жизни каждого спортсмена могут быть как взлеты, так и падения. И то, как они с ними справляются, определяет их характер. Моя подготовка от предыдущих отличалась тем, что я соблюдал, начал режим питания, за всем следить начал. А на прошлой подготовке я чуть сначала в этом плане. Я хорошо провел свой лагерь, сделал спарринги с хорошими бойцами, знаменитыми от своего клуба. Проводил спарринги жесткие с Исламом, с Гаджир Абадановым, с Агидом. Со всеми почти дали проводил. Умар, Усман, всех не перечислить сейчас. Хорошо, что без танца обошлось, альхамдулилля. Шарипа, я, наверное, знаю. С самого его начала карьеры, он был совсем молодой, когда пришел к нам в зал. Я смотрел его предпоследний бой. Он очень плохо подрался в этом бою, и мы все его ругали. И я надеюсь, он сделал выводы после этого боя. Посмотрим. Вроде говорит, что на этот раз более собрано и более мотивировано к этому бою. Не знаю, я хочу как можно больше быть активным в этом году, так как в прошлом году у меня не получилось. Посмотрим, после этого боя видно будет, иншаллах, что скажет тренер. Как он скажет, так и будем работать. Ну, 3-4 боя хотя бы хочу сделать в год, иншаллах. Если не будет травм, ничего не будет, не успокоен. 6 апреля в Москве на турнире Fight Nights Global ему предстоит вновь продолжить свою победную серию. В этом поединке у него нет права на ошибку.